Jorge Masvidal. Поздравляю любителей UFC и всего остального. Вот это, кстати, телефонная игра, друзья, на мобильный телефон. Так что сразу же у нас бой кидают и говорят, что UFC Mobile лучше всего играть двумя руками. Коснитесь, чтобы... Да. Боец находится слева. Окей, мой черненький. Афроамериканец, извините. Так, мы слева, так что я двигаюсь, да? А, это надо ударить. Попасть. Опа, пошел. Опа. Оп. А это я типа должен такие движения делать? Опа. Ваш соперник высыл блок. Пробить его мощными ударами. А, снизу вверх. Капец, фига себе, Дина. Фига себе удары, да? Типа нужно снизу вверх Обалдеть. Каждый основной удар дает вашему бойцу выносливость. Выносливость нужна для активации навыков во время поединка. Так. Оп. Теперь хватит выносливости нанести коронный удар. Неблокируемую атаку, наносящую сопернику большой удар. Нажмите вот на эту штуку, нажал. Чё-то нажимать надо будет мне? О, да что за ульта такая, которая все здоровье у нее забрала. Ой-ой-ой, что это за звуки такие были ужасные только что. Ожидаем исход. Очередная победа Усмана. Окей, Усман выступил великолепно. Мы, чтобы засиять, Масвидал должен подобрать себе хорошую команду. Ему повезло, дайте мне такой же реванш. Получить реванш, одно победить другое. А кто пустил этого шута ко мне в раздевалку? Я лучше всех в классе, теперь набираю бойцов себе команду. Я приложу все силы, чтобы победить, так что я весь внимание. Зовут тебя это как Балабол. И меня зовут Балабол. Знаете, я хотел сказать, что меня зовут МДЖ, но раз нас назвали Балабол получается. Хорошее начало. Интересно, много людей после слов Балабол продолжили играть? Напишите в комментариях, если вы продолжили. Ладно, МДЖ, показывай, что умеешь. Начнем с отработки защиты. Сегодня Киллен Галст Лум тоже заглянет. Будет неплохо, если вы проведете вместе пару раундов. Окей. Итак, первый — это я. Я должен начать проходить что-то там. Окей. То есть мы вышли на вот этого мужчину, да? Давайте начать. Бой займет 15 энергии. Кстати, у нас всего 400 энергии, друзья. Так, а я что, тренер, что ли, или что? Защита важна так же, как и атака. Начнем с блокирования. Опа. Давай, ударь меня еще. Чтобы избирать урона, надо уклоняться от входных ударов. Как, а в сторону, да? Ага. Используя удар средней силы, вы наносите зону, из которой сможете дотянуться до соперника. А еще раз. А, это у него все уже закончилось? Какой нокаут? Дайте поиграть, нокаут. Да, я, конечно, понимаю, что нужно пройти обучение. Итак, отличный спарринг, еще увидимся. Хорошо, сэр. Сэр, да, сэр. Подождите. А, ладно, нельзя, да. Понял. Еще чему сейчас нам обучать будет, еще 15 энергии забирает, друзья. Итак. Невероятно, невероятная телефонная игра, друзья. Так что я в последнее время что-то на мобилке пересел. Чему обучать будет нас? Ой, комбинации можно объединить до трех действий. При обретении трех одинаковых ударов боец получит свою уникальную комбинацию. Раз, два, три. Какие комбинации быстро наносят минимум урона, слабо восстанавливает выносливость. Средняя комбинация наносит... Да, средний урон, я ж понял. Медленная комбинация, больше урона, но и что-то там. Окей. Ультуем. Сейчас опять положу чувака. Используй все, чему научились, чтобы одолеть соперника. А че не нападает? Че, будем драться сегодня? Все, я накопил. Давай. Что? Все? А если раз, два и три. Он сегодня бить меня будет, не? Это все? Блин, я там буду слабо бить все время. Нафиг мне бить сильно, если
такие дела. Опа, скажешь, если сверху вниз провести, то он снизу бьет. Я понял, если сейчас снизу ударит. Я поближе подойдем. Все, поближе подойдем. Нормально. Нам даже ульта не нужно. Правда, он не атаковал нифига. Когда мне нормальный бой дадут провести? Так, продолжить. Сейчас должна быть, наверное, нормальный бой, да? Этого мы прошли. И давайте нам у того мужчину. Мы готовы? Нет, нам говорит сюда нажать. Мои сборы. Это бойцы ваших сборов. А, вот это мой сбор. Окей. Присвистывай. Да тут все по высшему разряду. Бла-бла-бла. Давай пропускаем и тренировать. Так, мы можем тренировать. С помощью опыта бойца можно поднять уровень. Окей. Это тренировка, тренировка. И вот этих вот монеточек. Сплошь они уровень, раз ухарить, и боец становится сильнее. Окей. Как скажете. Раз надо их качать, получается, значит надо. Это только первый день. Мы сделаем себя чемпионом. Окей, да, все пропустим, не будем болтать. И что еще? События. В общем, в компании есть тренировочный зал. Есть закрытый, есть компания. В компании мы будем что делать? Ага, это то, что мы сейчас делаем. То и мы и будем делать. С компанией сейчас закроется. Вот после этого боя, если мы его пройдем. Все, давай, бой. Мы готовы. Я готов. Я лично готов. А вы не знаю, кстати, друзья. Надо микрофон поправить только потом. Вот так вот. Так лучше. Че, вы говорите? Мало седаль. Еще кто-то там. Хуя седаль. Блоки, блок. Блок, нахуй. Опа, опа, опа. А? Оп, блок. На тебе. Блин. А? Ух ты, сука. Раз, два, три. Будет три? А три на тебя с культу. Лицо тебе. А. Раз, два, три. Опа. Блок, блок, блок. На тебе. Чё снизу не получилось ударить? Снизу давай. И бей ему с ноги. На туда. Опа. Блок. А? А? Ага. На тебе. На, сука, у меня ульта активировался. Братан, давай, ультуй. Да, ульта, конечно, у тебя ужасная. Ага, если так, раз, два, три, четыре, пять. Ага. То есть мой перс отступает. Чё он отступает, заебал? То еби ему разочек. Три раза, три удара, неплохо. Интересно, онлайн здесь, в этой игре есть? Ага, блок, а, так, раз. Где онлайн? Раз, два, три. Ага, зрители, конечно, сказочные. Опа, все закончилось, да? Невероятно. Что, честно говоря, так себе обучение. Но я понимаю, что это обучение. Все, пропускаем. Нафиг надо. Вот что бывает, когда объединяешься. Окей, ого, еще я Макгрегора тут соснулю. Карт боев завершен. Спасибо. Итак, завершение 100%. Невероятно. Мы старались, друзья. Я старался, вы старались. Удалять очки, чтобы прокачать перса, и тренировки 4 штуки аж. О, не сейчас. Тогда ходим сюда в уведомления. Это магазин. О, бесплатно, можно перс получить бесплатно. Ничего себе. Это раз в день или что? Или это просто акция, потому что я зашел в игру. Итак, это паки. Это паки, друзья. В общем, кто хочет выиграть в этой игре, донатьте миллионы и получайте паки. И тогда у вас все будет хорошо. Будете зарабатывать миллионы. Теперь там где-то персонажи, события, да? Опять события пошли, опять в компанию. Итак, теперь... Аутоэтапы мы прошли, получается, завершение... Первая глава. Спасибо. Мы прошли кадр боя 1, есть кадр боя 2. Капец, там, кстати, можно так на весь вечер засесть, пока энергия у вас есть. А у нас энергия, видите? У вас есть энергия, кадр, можно посмотреть требования, окей. То есть еще у каждого кадра есть свои требования. То есть, ну, кадра. Обновить мою команду, начать. Там теперь внизу стало два персонажа. И, кстати, я добавил персонажа, который... Вы будете получать уведомления от разработчика о выходе нового контента. Не надо ничего мне. Поиграть. Пошли, пойдем играть, пойдем воевать. И не смотри, что внутри. Окей, окей, все, я готов. Все, все, не хочу читать, даже мне так лень. В этой поединке ваш соперник владеет муатай. Чтобы получить преимущество над ним, выберите борца. Вот этого надо выбрать, потому что он типа лучше, да?
То есть он обладает более чем-то там, чем этот. И я не читаю все внимательно, друзья. А чтобы читать внимательно, это вам нужно все это делать. Читайте по-любому. Вот, а вам полезно читать подобное, а мне не надо. Я не хочу, кстати, это наш... в смысле... Погоди, блядь. А, мой черненький. Ой, темненький, извините. Опа, кстати, он такой плотней, вам не кажется? А, плохо, неплохо. Опа, это новый удар. Мутачо. Опа, опа, неплохо. Кстати, мы его сейчас забьем так. Он вообще... Опа, хорошо пошло. Так, маленькими ударами. Ох ты. Что-то не привык еще. А я сейчас ультую в тебя, ультую в него. А, ульта не прошла, прикиньте, слишком далеко стоял, ну пофиг. Сейчас тебе и так сломаем ногу. Невероятный мощный удар. Ой, не могу. Интересно, здесь есть онлайн? Ну, если интересует. Мне нужен онлайн, надо поискать. А вдруг, друзья, можно играть? Уровень вашей учетной записи повышен. Это повышая уровень своей учетной записи, вы открываете новые функции награды. Спасибо, спасибо, все, спасибо. Все, забираем. Продолжить. То есть, а я выбрал, что я хотел, да? Давайте посмотрим, тут компания была, да? Давайте посмотрим. Мои сборы. Что за мои сборы? Ого, то есть там вот эти персонажи я еще всех могу открыть. Тут последний есть, интересно. Кто-нибудь из... Такие Макгрегоры, да? Вот это вот. Или вот русский наш? Нет. Нет, 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 нет. Это Уокеры, Усман. Усман есть, Вели, Ято. Тор, Стил, Томпсон. Суарс, девчонки есть. Ой-ой-ой, опасно. Рынок, давайте на рынке посмотрим, что на рынке есть. А, бустера. Набора, лимит на покупку 10 дней. День есть, так, окей. А что еще есть? Есть события, события были. Так, боевой пропуск я вижу. Рынок, рейды, что за рейды? Открывается на 8 уровнях, жалко, мы не посмотрим. К сожалению, не посмотрим, да. К сожалению, не посмотрим. Так. Предметов нет в инвентаре. Получается, пока что мы с вами можем проходить только кампанию. Вот. Кстати, энергия устанавливается. Давайте посмотрим еще один бой, что получится с этим мужчиной. Итак, а кого он выбрал? Почему не вот этого? А, видите, мы, кстати, когда берем, да, ну, выбираем персонажи, видите, там даже есть, ну, наверху, вот, блин, не могу мышкой, пока мышки нету. Или я мышкой все-таки могу показать. Ой, я могу. Смотрите, видите, вот эта вот полосочка, да? Вот она. То есть, когда убирает этого перса, он, типа, на половинке так находится. А если так убирает, то посерединке. То есть, типа, они примерно равны. Ага. То есть, тут еще и лечение есть. Давайте выберем так. Раз этого персонажа больше шансов на победу. Так, мышку надо убрать, наверное. Так. Забавно, да? Играю на телефоне, а мышка с компа вам показываю. Так, в общем, бой начался. О, какой он здоровый, смотрите, какой он большой, да? Так, а наш персонаж плотнее, давайте будем сильнее бить. Опа. Ультуй, брат, сука. Что будет делать? Ничего серьезного не будет делать. Давайте сильный удар сделаем. Раз, два, три. Раз. Кстати, я когда делаю маленький удар, как-то он больше пропускает их. А если так? Вот так, сука, на тебе. Ой-ой-ой. Что-то сейчас по-русски крикнули «Победа!» Не послышалось. Прикольно, кстати. Так, в общем, у нас такие подарочки дали. Друзья, если что, это в Apple. Как App Store, да? То есть у вас на Android тоже эта игра по-любому есть. Так что качайте, играйте, наслаждайтесь. Получайте удовольствие от AEC на телефоне. Что такое на телефоне? Уже не выпускали, конечно, бесплатного. В мои времена такого не было. Ух ты, смотрите. О, давайте посмотрим, что тут можно купить. Купить можно золотой набор. У меня есть. О, он стоит 20-ка. У меня как раз 50 этих UFC монеток. Давайте купим. Итак, открываем. И пошло. Первый набор пошел. 250 монет. Неплохо. Тоже неплохо. Давайте еще один наборчик. А, это набор с монетами. Что, блядь, я дурак. Ну ладно. Ладно, обменяли, получается. Блин, я думал, сейчас перс нам дадут, а я... Лошара. О, бесплатно. Кстати, если еще ежедневные бонусы нам дают. Бойцов могу дать, то есть, если повезет. Ну, короче, игра прикольная, кстати, мне нравится. Кому нравится играть, типа, он заходит, еще может на халяву там всякие монетки, он получит всякие бонусы ежедневные, это правильно. О, еще бесплатно. Офигеть, что слишком много бесплатно.
бесплатно, мне кажется. Слишком много бесплатно, друзья. Мы любим халяву, но чтобы так много халявы давать, хотя это вообще-то по баскетболу. Чем больше халявы дают, тем больше, наверное, начинают жаловаться, что им не нравится. Так, а это что такое? Так, открываем. Дали одну тренировку дополнительно. Ну, друзья, давайте на этом закончим. В общем, посмотрели, так сказать, геймплей, обзорчик мини, как это выглядит. Пока что, ну, может быть, он там где-то в других можно. Боевой пропуск там или еще что-то где-то там повоевать, или мои сборы, я не знаю. Но пока онлайна я не вижу. Ну, возможно, он есть. Может, в рейдах, допустим, в рейды там на друзей еще на кого-то. Кто знает. В общем, напишите, кто знает. А так, в общем, всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения, приятной игры. И вот так вот выглядит UFC мобильная версия. Вроде, кстати, ничего такая, на первый взгляд. Правда, если это будет каждый день продолжаться, вот такие, типа, задания маленькие выполняешь и все, то наскучит, наверное. Ладно, всем пока-пока. А, и побед, конечно же.